В комнате Марии Александровны Ульяновой в доме музея Ленина сохранилась деревянная резная шкатулка из орехового дерева. Ее сделал старший сын Ульяновых Александр в домашней столярной мастерской, которая располагалась на территории придомового участка. Он хорошо умел обращаться с лобзиком и другими столярными инструментами и часто делал деревянные игрушки, выпиливал небольшие вещицы для родных. Александр выпилил лобзиком из орехового шпона стенки шкатулки и собрал их в виде небольшого сундучка с плоской крышкой. Изделие он украсил растительно-геометрическим орнаментом. Шкатулку Александр изготовил в подарок матери, скорее всего, на день рождения Марии Александровны. Мы его отмечаем 6 марта. Предмет был обнаружен в 1960 году в сейфе кремлевской квартиры Марии Ульяновой, самой младшей дочери и сестры Ульяновых. Шкатулку передали в Центральный музей Владимира Ильича Ленина. Как экспонат она поступила в Ленинский мемориал в 1961 году.